Уважаемые народные депутаты, уважаемый президент, сложные процессы формирования политической и экономической системы страны, тенденции радикальной суверенизации национально-территориальных образований определяют неоднозначное отношение к проекту союзного договора. Надо прямо сказать, вокруг проекта союзного договора идет политическая борьба, в которой присутствуют не только национальные интересы, но и политические устремления. Противники советской власти и социалистического выбора отвергают сходу идеи договора, и их цель ясна – демонтаж Союза. Сторонники же Союза желают наполнить договор реальным содержанием, отражающим коренные интересы всех республик и народов. Я народный депутат от Якутской Саха-Советской Социалистической Республики, выражая волю своих избирателей и по глубокому убеждению считаю, что союз, новый союз необходим. И потому поддерживаю основные положения проекта союзного договора. Я обращаюсь к оппонентам сохранения союза с призывом всесторонне взвесить свои аргументы, соизмерять текущее умонастроение с долговременными интересами своих республик и народов. Окончательный вопрос о судьбе союза должен быть решен посредством всенародного референдума, а не быть поводом идейной полемики и политической борьбы. И референдум следует провести безотлагательно. В этом я всецело согласен с предложением народного депутата из Беларуси Таша Журавлева. И мне кажется, сроком самым удобным для проведения референдума является январь месяц будущего года. Тем более на этом съезде мы будем принимать закон об референдуме. Мы внимательно знакомились с проектом союзного договора. В целом он может быть принят.